Всем привет, друзья! А перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на канал наших друзей. Ссылка в описании под видео. А мы начинаем. Один из братьев-варваров, Дэвид Пол, скончался за 2 дня до своего 63-летия. Смерть Дэвида подтвердил его брат-близнец, Питер. Издание назвало это известие ужасной новостью для фанатов. По неофициальным данным, актер скончался во сне. Официальная причина может быть оглашена позднее, после вскрытия. Дэвид Пол со своим братом Питером снялись в культовом фильме 90-х «Няньки». Сыграв неотесанных нянек-культуристов, попадавших в забавные ситуации во время ухода за детьми, братья были звездами культуризма с 80-х по 90-е годы. Погибший Дэвид еще в 15 лет делал жим лежа с весом в 136 кг, хотя его собственная масса составляла тогда всего 65 кг. Друзья, не забудьте подписаться на канал наших друзей и до скорых встреч в новых видео!